Привет еще раз. Привет, привет. Всем привет. Не знаю, куда вас поставить, так чтобы все было видно и слышно. Во, прекрасное место. Я собираюсь. Да блин, нихуя не прекрасная, блядь. С чего вдруг-то она прекрасная? Во. Я приехал с тренировки. Не знаете, что-то криво и косо, блядь, вы сидите у меня. Блядь. О. О, отлично. Я так жрать хочу. Морепродукты пытаюсь открыть. Это. Сейчас поеду за город с собаками. Ночевой. Первый раз. Вот думаю, что купить: винца, коньячка или пивка, или просека. Вот я прям весь в раздумьях. Смотрите, какая красота. Мне кажется, если бы в мире было только морепродукты, я бы вообще бы самый счастливый был человек. Сейчас на Вайбрисе заказал. Вчера заказал, сегодня пришла уже доставка. Вот такую штуку, который, знаете, на телефон вот так крепится, ну, с надписью YouTube, естественно. А как я туда прикреплю? У меня вопрос. Если у меня в штативе стоит постоянно. Я что-то даже об этом не подумал. Такая прикольная. Где? Китайская, правда, говно, блин. Ну, ничего. И шнур заказал себе. У меня, кстати, вот эти шнуры Monarch. Видно, нет? Я всегда их покупаю, дублирую себе. Вот для айфона покупал черный, а этот красный купил для Huawei. Специально красный, чтобы, там, знаете, когда бежишь, торопишься куда-нибудь, шнур надо захватить, чтобы не перепутать. Очень классно. Они чуть подороже, чем обычные халявные эти китайские. Ну, прям супер. Качество у них очень крутое. Monarch называется. Это просто шнур. У меня вилка сама, которая заряжает. Значит, покажу вам ее. Блять, тороплюсь, потому что надо эти продукты покупать. Я же должен с чем-то поехать. Что-то кушать сегодня и завтра. Вот такая, видите, у меня тройная. Здесь этот висит. Вот у меня как раз все места хватает этому айфону, часам. Ну, иногда я включаю этот, и третье место для этого Huawei. Все очень у меня хорошо продумано. Как хорошо, какой свет, а какой свет. Свет, а свет. Вот. Сейчас пойду в этот какого. Сейчас вместе пойдем. Во вкус вил. Блядь, как это вкусно. Я, кстати, в последнее время взял за правило перед тем, как пойти в магазин жрать. Сколько я лишнего говна набираю голодным. Даже не представляете. Я иногда покупаю даже чипсы, которые вообще никогда не ем. Даже по какой-то жесткой пьянке я их не ем. Нет, иногда, конечно, могу. Но чипсы — это вообще не моя история.
А я могу голодным, блядь, купить. Увидеть кого-нибудь, о, сметана, лук. Блядь, бегу покупать. Потому что голодный. Что взять-то на дачу? Я думаю, просекко надо взять. Или вино красное. Может быть, это, кстати, вино красное. Я давно не пил вино красное. Как раз на улице так прохладненько. Буду сидеть на веранде и пить красное вино. Блядь, что насыпется? Почему насыпется? Лиса, Ась, икру ешь его на полу. Вот купил хлеб. Во вкусвилл. Тостовый, по-моему, называется. Не берите. Мне вообще не вкусно. Я вчера зашел в магазин, ну, во вкусвилл. Показать вам, что я набрал на 2000 почти. Огромный пакет мороженого, но это еще не все. Там еще варианты. В смысле на 2000? Чего пизжу, блядь? 1400. Тоже еще пиздобул тот. 1400 потратил на мороженое, блядь. Ебанутый. Да не кризис. Так. Надо составить план, что брать. Обязательно. Да, вино красное надо взять. Улица холодная, значит, сяду на веранду. Красное, сухое. Две или три бутылки. Надо взять три, пусть останется. Пусть останется лучше. В Красноярске также начинались пьянки. Когда мы на дачу набирали пиво, я говорил, пусть все останется. Угу. Останется, блядь. Так, вино. На завтрак хлопья. Хлопья. Завтрак. Молоко. Чё, как у деда, блядь, изо рта сыпется, блядь, старого. Молоко. Кофе там есть. Так, это завтрак. Там не подключен газ. Причем подключен. Но должен прийти дяденька специальный. И его запустить. Поэтому яичницу какую-то я не смогу приготовить. Так, что еще? Сейчас что я буду жать? Ну что, банку икры-то я возьму? Даже две возьму. Икра. Две баночки пусть будет. Масло, хлеб. Масло. Хлеб. Кстати, кто смотрит канал TLC, Дарси Стейси, с 1 сентября их личное реалити-шоу на TLC. Я причем переписывался с Дарси и Стейси, они меня читают. Это, короче, девчонки из реалити-шоу на TLC, это Америка. Вот, очень крутые, очень классные такие, блядь, пригламуренные такие девчонки. Ну, как девчонки, лет по 50 им, наверное, уже. 48. Вот, классный, обожаю, просто обожаю. И мы друг друга читаем в Инстаграме. Я говорю, когда будет в России это шоу? Оно во всем мире началось 16 августа. Она мне написала, Дарси мне написала, или Стейси, Дарси. Написали, типа, скоро, Жень, жди. 1 сентября. Так, дальше. Минута, блядь, это, слава, блядь. Ой, блядь. Так, дальше.
Дальше. Вино домино. Вино-то я точно не забуду. Утром кофеек. Что у меня вообще в холодильнике есть? Я не знаю, что брать. Хлеб, сыр. Блять, я еду на одну ночь. Сырок взять? Нахуй сырок, когда и корка, да, есть? Так, ты давай это тут, это... Не меркни, блять. От моей красоты неземной. Да, короче. Что я такой дебил? Я сейчас зайду в это, как его. Во вкус виллы готовую я куплю. Готовую еду куплю. Готовую еду. Там есть бифстроганов, там есть пюрешечка, там есть картошечка какая-то порезанная, там есть паста даже. Точно, все. Все, готовая еда, все. И не ебет. Че, я буду, блядь, готовить, что ли, там? Делать-то не будешь, ничего. Минеральную воду надо взять, минералку. Обязательно на утро. Минералка. Так. Девочки, я отходим. Сейчас поеду на дачу. Сейчас будете носиться там по даче. Веселые, нарядные. Вот такой пакет я всегда запаковываю икру. В вакуумный. Открываю, чтобы нахер не использовать. Она сохнет. Сколько у меня там осталось икры? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь банок. Нормально. Проживем. Что нам не прожить, да? Нам, ваше величество. Надо выпить магний. Интарную кислоту я сегодня пил. Так, девочки. Показывал, да, я вам магний купил. Вот такой магний, дайте вас поближе возьму. Чего у меня так далеко? Как не родные. Не бойтесь. Вот магний такой. Ох, сука, ёбаный в рот, блядь. Но меня чехол защищает от падений. Вот он магний. Три таблетки в день. Я солянку сегодня не пил от печени и бронхи. Это, по-моему, одну, да, в день. Такая, в Красноярске покупал. Это этот, алтайские какие-то приблуды. Ну как, блядь, алтайские, блядь? Ангарск. Алтай, блядь. Алтай-болтай. А печень, вот эта солянка, две таблетки в день. Что сыпется? Да. Омегу я пил. Так, а кто у нас, блядь, тут? Солянка. С собой возьму. Даже венцо буду пить. Обязательно с собой интарную кислоту. Обязательно. Обязательно. Кстати, мне клиенту надо написать. Сейчас, секунду. Здесь у меня клиентка пришла, представляете, которая была у меня последний раз в ноябре. Так, все.
секунду. Так, отлично. Отлично. Так, 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 так. Так, сейчас. Так. Клиенту напишу. Так, так, так. Так, в субботу. 11 или в 16. Так, все. У меня завтра выходной. Это заебись. Это просто великолепно. Так, 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 ну что? Пойдемте в магазин со мной. Так, это помыть надо. Как я ненавижу мыть. Как я ненавижу. Я не знаю, почему. Почему? Я реально, я просто ненавижу мыть. Так, подождите, я же рыбу делал-то. Это нормально, по-моему. Зашибись, помог. Постоянно, сука, что-то остается. Вроде уже выключал, думал, что помру. Нет, блядь. Нож затаился. В раковине, блядь. Сидит, блядь. Что-то ждет. Так, короче. Так, одеваемся. Одеваемся, идем за вином. Вы меня не видите, да? Ну и хули там смотреть. Так, ключик я с собой беру. Телефон, телефон, телефон второй. С собой. Слушайте, помните, я заказал на Алиэкспрессе чехол? Ребят, знаете, сколько он уже у меня? Месяц, да, наверное? Вот ему хоть бы хер. Ему хоть бы хер. Качество, смотрите, какое крутое. Просто. Я причем зашел в, реально в Карл и посмотрел чехлы. Я что-то вообще не увидел разницы, я вам хочу сказать. Реально. Я не увидел разницы между своим чехлом и то, что продается. И я так прям поднапрекся. Думаю, блядь, а что это было вообще? Они не... Такие из Алиэкспресса оригинала они продаются там, блядь. Он стоил 128 рублей. Представляете? Ой, господи, еще не пил, уже, блядь, шатает. Блядь, стирки, на самом деле, да хера, а я, блядь, на дачу. Так, ладно. Пойдемте в магазин сейчас. Ну что, я пошел в магазин. Почему дети визжат, а? Почему дети визжат? Дети, детишки. Что, не видел еще дом? Вот дом, в котором я живу. Вот видите, как у нас здесь. И постоянно что-то здесь, эта плитка лежит, что-то постоянно они тут перекладывают. Собянин до нас добрался. Так. Где ключ? Где, сука, ключ? Ой, господи.
мой любимый ресторан. Вот он. Сделали летнюю веранду. Молодцы, просто молодцы вообще. Владельцы, конечно, вообще потрясающие люди, просто потрясающие. Так, надо маску надеть. У меня какая-то маска тут лежит, уже, наверное, месяца 4 в кармане. Мы ей воспользуемся. Чё, блядь, нам? Вот, прекрасно, без строганов. Блинчики с ветчиной можно взять. Рыбу. Я вообще не люблю куриный кармашек. Говно такое. Плов можно взять. Так. Молоко. Ну, вам привет, там эти вишки. Я люблю, чтобы все. Чайнички, блядь, она любит. Кофейнички, блядь. Так, хлеб. Надо взять вкусный хлеб. Вкусный хлеб у нас какой? Чтобы его не резать. Это деревенский, что нет-то? Вкусно будет. А вот какой-то. О! Ну да. Так, а где хлопья? Что здесь нет хлопьев? Сырок. К венцу сырок, сырок к венцу. Будет алтайский. Сегодня будет алтайский. Так, ну что, все, надо за вином идти. Блять. А, вот здесь, наверное, хлопья есть какие-нибудь. Нет, нет. А, вон они. Вот.
Да, я хочу такой завтрак. Молоко ты не взял. В смысле, мало. Надо большую взять. Это такая херня. О, колбаску можно взять. Пусть будет. Сейчас будем играть в продавца. Сейчас. Продавца. Верну. И поехали. Все сам, все сам. Даже сказать надо. Не по-уебански. Сюда не лезет постоянно 1500. Так. Оплатить. Пропустить. Блин, теперь красно-белое. Так. Сейчас надо узнать про какое-нибудь хорошее вино. Так. Сейчас. Где у нас красные вина? Нихуя не понимаю, блядь. Вообще нихуя не понимаю. Ну вот какие-то. Че, блядь, вино черное из черного? Это че, блядь? Белое из белого, блядь. Розовое из красного. Это что, блядь, такое? О, свиньон. Белое сухое. О, господи. Сейчас. Блядь.
набрал 2 бутылки красного и 5 бутылочек маленьких лев темного. Ой, блядь. Тяжело-то как. Все, что придут собак, заберу, поеду. Да, только я так могу, блядь. Набрал эти пакеты, блядь. Захожу на площадку, а там это, соседи. И они мне такие: здравствуйте. Я говорю: здравствуйте. А соседи очень богатые. У нас там второй отсек. То есть площадка поделена на 2 отсека. И во втором отсеке квартира, наверное, ну, 5, наверное. Это все их. Они объединили все эти 5 квартир. Богатые, ну такие, блядь, простые. Так люблю таких людей, господи, блядь. Реально, богатые, ну, блядь, без пафоса. Хорошие, добрые, блядь. Не то, что, блядь, некоторые, блядь, ни кола, ни двора, блядь, а пафоса. И, короче, блядь, и как я ёбнул с этими бутылками, блядь, об дверь. Так стыдно, блядь, стало. Пиздец. Так, короче, я буду собираться, все. Сейчас я выгружу видео, буду собираться, дальше на даче встретимся.